Меня зовут Мурадуллаев Дульчот, я из Узбекистана. 1990 год родился, а у меня сейчас 34 года. Мне сказали, на Болгарии это хорошие люди есть, хорошая работа есть, поэтому я пришел, ну здесь хорошо. Я поработаю полтора года здесь, ну у меня, я у всех радуюсь сейчас, нормально. Болгария. Да, мне нравится Болгария, я еще хочу, ну 5-6, наверное, максимум будет работать на этих ресторанах. У меня было очень трудно, но когда я получил визу, очень трудно было. Я хочу, чтобы можно чуть-чуть короткий, на месяц, или два месяца, или три месяца надо делать. Если есть такой, самое трудное, наверное, ничего не было. Хорошо. Для меня ничего не было. Хорошо. Остальных не знаю. Ну, можно работать здесь, на Болгарии. Если хорошие люди, хорошо работают. И все, наверное. Все есть, кондиционер есть, хаммом есть, ваня есть, все есть, стирки есть, кухня тоже есть. Или да, что? Да, да, придет, придет. Придет? Да. А я уже много человек позову, сейчас, наверное, я когда пришел, наверное, 20 или 15 человек я позвал, уже 10 пришел, еще 3 человека на конце месяца придет, и еще 5-6 человек еще там подготовиться,